Утро вторника взбудоражило необычная для города невест новость. Мэрия разрешила пикет секс-меньшинств. Информацией поделилась агентство «Интерфакс». Сообщалось, что от представителей ЛГБТ-движения в Ивановскую мэрию еще 22 сентября поступило 3 уведомления о проведении 3 мероприятий. Пикета в литературном сквере 28 сентября, митинга и шествия в центре города 5 октября. Администрация отказала во всем, кроме пикета, однако позже не разрешила и его. На это время якобы уже запланировано мероприятие нового рубежа. Кроме того, основанием для отказа, посчитали юристы администрации, может быть статья 14 124 федерального закона «Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию». Отметим, что уже не первый раз представители нетрадиционной сексуальной ориентации хотят организованно прошагать по Ивановским улицам, ну или хотя бы устроить пикет, но всякий раз им это не удается.